В южной столице ряд заведений общепита не проработал и 2 недель. За нарушение санитарных правил многие были оштрафованы, а некоторые вовсе закрыты. До окончания режима ЧС все посетители кафе должны быть в масках и сидеть на расстоянии 0,5 метра друг от друга. Мои коллеги продолжат. В этом кафе только что прервалась дискотека. Студенты разбегаются при виде санитарного контроля. Владелец заведения оштрафован. Кафе снова закрыто. Нескольких дней с момента разрешения на открытие оно было дано 25 мая. Не проработал ряд кафе в южной столице. Уже зафиксированы нарушения санитарных правил. Комиссия выявила, что мы соблюдаем требования санитарии не в полном объеме и сделала нам предупреждение. Мы устраним недостатки. Сейчас сотрудники нашего заведения встречают посетителей снаружи, впускают только тех, кто в масках. Лишь после того, как посетитель обработает руки антисептиком, у него измеряют температуру, проверяют наличие маски. Состояние каждого посетителя записывается в книжку. Нам объяснили, что в случае, если у посетителей повышенная температура, то необходимо вызвать медицинскую бригаду. В южной столице прошел рейд по заведениям общепита на предмет соблюдения всех санитарных норм. Пускать внутрь мобильную группу спешили не все. Некоторые сотрудники кафе закрывали двери изнутри и выключали свет. Все нарушители были оштрафованы. Те, кто даже после оплаты штрафа будет нарушать санитарные нормы, будут привлечены уже к более серьезной ответственности. Несмотря на то, что мы разрешили работать кафе и ресторанам, предприниматели не обеспечивают соблюдение санитарных норм. Мы проводим проверку, разъяснительные работы. Наша цель не наложить штраф, не закрыть заведение, а приучить предпринимателей неукоснительно соблюдать требования санитарии. При первом нарушении накладывается штраф в размере 3000 сомов, при повторном 23 000. Если они продолжают работать с нарушениями, то тогда материалы уже передаются следственным органам, впоследствии в суд. На сегодня в Аше проверены уже более 1000 предприятий. Проверки будут регулярными вплоть до окончания карантина и режима ЧС. Сидеть в кафе и ресторанах можно только на расстоянии в 1,5 метрах друг от друга. Гульжан Нурматқызы, Улар Кайназаров, ЛТР Ош.